Привет, это вновь обзор скетчбука. На этот раз это старый скетчбук. Это 9-й. Здесь указаны снова все мои соцсети. И когда я начала и закончила этот скетчбук. Первым рисунком была вот такая вот девушка, японка. Я ее нашла в Пинтересте и решила нарисовать. Тут ромашки. Снова какой-то референс из Пинтереста. Ну, не очень удавшийся, конечно, рисунок. Мой персонаж Итан. И дофигища какого-то непонятного чего-то. Здесь я пыталась нарисовать всех из TXT. Ну, по-моему, никто не похож на себя. Следующее здесь Минхо и Феликс. Еще парочку зайчиков. Ой, здесь Феликс и Юнги. Сделал вот этот коровий принт. Я не знаю, как это описывать, но мне нравятся только вот эти квадратики. Все, вот это вот оформление мне не очень нравится. Если бы я что-то... Ой. Если бы я еще что-то дополнила, мне кажется, было бы лучше. Здесь... Господи, я не помню, как его зовут. Это из тайской группы Fomix. Я уже давно перестала за ними следить. Получился он, конечно, кривой пипец. Здесь Феликс. Он какой-то... Вообще непропорционально. Голова маленькая, тело огроменное. Банчан. У меня есть открытка. Я перерисовывала его. Вот эта открытка. Здесь банчан мне больше нравится, чем вот здесь. Здесь он какой-то страшненький. Следующее здесь не получившиеся рисунки ручкой. И половина Юнги. Потому что мне не понравилось, как выглядела вот эта часть лица, и я просто его оторвала. Тут вот, вот такой страшненький Феликс. Здесь, ох, акварельный Хёнджин. Почти даже без добавления карандашей, как я сейчас делаю. И Чанбин. И... Распечатка с ним же. Следующее это попытки рисования в аниме стиле. Персонаж из 91 день. Хёнджин. Хёнджин. Это был рисунок на его возвращение. Когда микстейп вышел. Здесь очередная вот эти Fomix. Здесь я хотела, кстати, четвертого участника нарисовать, но не судьба. Вот. Такие вот мужчинки получились. Ох, Тодороки и Танжер. Ой, это не Танжер, а... Я не помню, как его зовут. Когда... О, здесь, кстати, написаны именно вот этих вот особ. Когда я перестану забывать имена, это капец. Феликс летний. Песня тогда вышла как раз-таки или нет еще. И только фотки выходили. Неважно. Сынмин. Здесь список дорам, которые я хотела посмотреть. И как неожиданно я их посмотрела. Потому что обычно, ну, спойлерить, конечно, да. Субин. Даже не такой страшненький. Мне до сих пор нравится. Хотя не совсем похож на себя. Феликс. Вот в таком страшненьком стиле. И, ну, и тут тоже уже страшненько. Ой, я долго, помню, над этой работой сидела.
Без комментариев. Минхо, помню, как его на паре рисовала. Когда я его рисовала, очень сильно получила релакс. Мне понравилось рисовать. Да. Что происходит? Потом через время приклеила вот эту распечатку. Хутао, который я не дорисовала. Попытки рисовать были маркерами. Ну, как-то не особо мне это зашло. И, ну... Да... Хватит спойлерить, Аня. Здесь Тэхён из TXT. И карандаш помер. Ох, вновь Феликсы кривые и вытянутые. Ой, я помню, когда рисовала вот этого Феликса, я тогда только начинала общаться с одной девочкой, с которой общаюсь по сей день. Которая очень сильно меня поддерживает. Спасибо ей. Люблю. Сынмин опять попытки были рисовать маркерами. Это, кстати, по-моему, последняя была попытка. Но вот эта часть выглядит неплохо, в принципе, одежды. Но голова... Это капец. Ну вот он даже вообще не похож на Сынмина. Хёнджин с этими хвостиками прекрасными. Между прочим, в моем телеграме вышел пост с Феликсом с хвостиками. Посмотрите. Здесь Себёк из игры в кальмара. Как раз таки тогда выходила дорама, это сериал. Что с бумагой? Здесь Лиса. Блин, она даже похожа получилась. Вот прикольно. Обычно, когда я рисовала раньше Лису, она вообще не выходила. Вообще никак. Здесь у меня недоделанный Уджин. Но бумага здесь вообще стрёмная. Вот она вот здесь на щеке вся порвалась. Здесь просто везде какие-то непонятные точечки. Здесь Чунин. Феликс, это Редраф, какой-то из старых работ. Я ее прикреплю. Вновь попытки сделать Редраф, но он какой-то получился Феликс странненьким, поэтому я не стала продолжать. Опять Редраф. Что-то мне на Редрафа понесло. Снова Феликс. И он как он вроде Феликс, вроде и не он. Ну вот одежда мне нравится, как получилось до сих пор. А, господи. Сын. Тут без комментариев. Он вообще никак не вышел. Энди Блэк. Я опять не дорисовала. Опять что-то пошло не по плану. Ох. Наконец. Полнорост. Ну, почти. С Джисоном. Ну, на личико он, конечно, не похож. Нифига себе за спойлер. Аж конец скетчбука. Пипец. Здесь два Феликса. Блин, скетчбук одних Феликсов почти. Вот этот мне нравится, вот этот нет. Он какой-то... Ну, фу. Банчан с длинными волосами, с кривым лицом. Глаз куда-то уехал. Здесь Розе. Фотография у нее тогда вышла с этой шапочкой. Я решила нарисовать. Здесь у меня Джунхан. Как раз-таки недавно у них тогда был дебют. Ну, почему бы и нет? Какой-то Хёнджин плохенький. Что с этой гуашью, боже? Она такая...
Она такая непонятная. Ну, это должно было быть красиво, но как-то не вышло. Ой, что-то почти полностью заполненное, нифига себе. Здесь у меня банчан с такими волосиками длинными. Но, блин, что с лицом? Что не так с этим лицом? А вот одежда нормально получилась, как по мне. Два Феликса из какого-то стрима с Вилайва. Но мне нравится только вот этот. Хотя тоже по пропорциям куда-то все поехало. Но здесь какой-то он какой-то подозрительный. Опять Хёнджин, который... Что с носом? Почему он такой картошка? Юнги. Вот такой вот. Я не знаю, но мне вроде нравится до сих пор, но он как-то как кривоватенький. Вот если вот так закрыть, в принципе, похож на Юнги. Но если, блин, вот так закрыть, то вообще никак. Минхо. Мне тогда казалось, что он похож на себя, но, блин, я не знаю, он какой-то не такой. Мне нравится вот эта лапка. Ой-ой-ой, Джисон и Феликс. Мне так нравится эта фотография у них. Но они какие-то кривоватенькие вышли все равно. Но, в принципе, симпатично. Я помню, в Инстаграме у меня очень сильно залетела эта работа. Как раз-таки, мне кажется, именно с нее и начал рост Инстаграма. Ох, нифига себе. Это нарисовано только головой по фотографии. Все остальное по другим референсам. Я в первый раз так попробовала что-то сделать. Мне на самом деле очень понравилось, но я не закончила до конца, я хотела полностью сделать покрас, но не ушло даже скетчем. Ручки маленькие получились. Возможно, я сделаю редраф этой работы, но это не точно, я много чего обещаю, в итоге я ничего не рисую. Здесь Джисон, мне нравится, как получилась эта работа до сих пор. Что-то в ней вот есть. Мне нравится, как вот получились эти глазки, ручка. Хотя вот что-то с лбом здесь покрасил. Какой-то... Произошла какая-то лажа. И, блин, вот эта заполненность, конечно, разворота прям, да. Где-то не пойми, где нарисовал одного Джисона и готово. А снова Редраф. Это Юнги. И мне нравится, как это получилось. Капец. На самом деле, мне нравится этот скетчбук. Просто перелистывать, вспоминать, как я это рисовала, в какие это периоды было. Гаон. Я не знаю, как это описывать. Ну, блин, он симпатичный, но... стрёмный. Вот это вообще что-то с чем-то. А, между прочим, я это, блин, почти каждый день рисовала в скетчбуке. Дальше у меня целое ничего. Здесь аниматроники из FNAF. Хёнджин. Фотка была, где он был разрисован такими мазками краски. Такая, ну... Нарисуем. Здесь у меня были вновь попытки нарисовать моего персонажа, но он такой стрёмный. Я вообще не могу попасть в его черты лица. Я его придумала и не могу нарисовать. Вот класс. Все, у меня больше ничего нет. Я такая, ну, ладно. Все, на этом хватит тебя. Здесь рисунки моей племянницы, она рисовала Хёнджина. Больше в этом скетчбуке ничего нет. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Заходите, пожалуйста, в мои
соцсети, Телеграм, например, канал. Всем пока!